Весна не просто время года. Она красива своим нравом. Роскошна, как сама природа. И будто женщина. Во Дворце культуры чествуют женщин, которые внесли весомый вклад в развитие города. Среди них ветераны труда, медики, учителя, женщины самых разных профессий. 12 из них удостоены почетных грамот от акима города. Сегодня Нуркин Султанов вручил подвески Кумыс-Алка двум многодетным матерям. Казахстан, республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Астана, Ақорда, 6 наурыз, 2015 жыл. Золотые руки, руки женщины, этими руками мы излечены, этими руками пишут фото.